Так, беру один бананчик. Нам нужно его очистить и размять. Добавляю сюда пачку масла или спреда, но только не маргарин. Маргарин не подойдет. Добавляю ванильный сахар сюда, пакетик, там 8 грамм. Добавляю сахарную пудру сюда, один пакетик. Хотите слаще, добавляйте уже по своему вкусу. Потому что банан сладкий. И здесь 18 грамм, по-моему, сахарной пудры. Для меня это будет достаточно. Добавляем 2 яйца и щепотку соли. Добавляю сюда майонез, примерно столовую ложку, полторы, не больше. Мне нравится, когда с майонезом оно как бы получается более такое рассыпчатое. И снова все перемешиваем. Просеиваем муку. Добавляем чайную ложку разрыхлителя с бугорком или полторы чайных ложки. Все вымешиваем, потом будем немножко руками просто смешаю сейчас. Теперь берем ложку и руками, вот ложкой руками разминаем все это хорошо, перемешиваем по краешкам. Кто-то лопаточкой может работать, но я беру ложку, ложкой работаю. Тесто должно вот такое вот быть, оно как бы и не жидкое, и не густое. Вот. Нам нужен будет пакетик и насадку. Если нету пакетика, можете ложкой выкладывать или через любой пакет просто. Так, сложили все в пакетик. Закручиваем тут аккуратненько так, чтобы у нас это. И начинаем выдавливать. Смачиваем пальчик в воде и аккуратненько вот здесь исправляем, чтобы нигде у нас не торчало сильно. Все, и отправляю в духовку на 180 градусов. В общем, вот такой печеньки у меня получились. Я их растопила шоколад, обмакнула в шоколад. И вот сейчас орешками немножко присыплю. Ну вот вторую партию, видите, я как бы это сделала, в общем, ну, без шоколада. Вот, у меня было немножко, я растопила, смазала, а это остальное оставила так. Ну, печеньки вкусные, вам сказать, прям, знаете, вот, ломается, и такое какое-то оно вроде как и песочное, и в то же время это... Мягкое такое, нежное. Попробуйте, сделайте. Всем пока. До новых встреч на моем канале. Пишите, если вам интересны такие рецепты.